В Тюмени прошел открытый турнир «Олимпийские надежды». И надежды эти действительно нацелены на высокую перспективу. Участникам нет 13 лет. Но для того, чтобы победить в этих соревнованиях, бороться нужно уже по-взрослому. Я тренировался очень долгие годы. И вот для этого, и для того, чтобы сейчас победить. Переживаем, да, внутри волнуешься. Ну, сыну не надо это показывать. То есть... Пусть борется, покажет, на что способен. В соперничество в Тюменском центре дзюдо включились 400 юношей Урала, Сибири и даже Алтая. Задача такая – получить опыт. Для этого у нас есть конкуренция, хорошие призы, классный зал, хорошее настроение, опытные наставники, судьи. Главная цель турнира «Олимпийские надежды» – дать шанс этим самым надеждам заявить о себе. А задача на краткосрочную перспективу – сформировать сборную Тюменской области для участия в первенстве Уральского федерального округа. Турнир стартует уже на этой неделе в Челябинске.